во-первых, при нас множество из этих вещей просто не было. Я, кстати, приведу вам несколько конкретных примеров. Я занимался в Министерстве экономики, занимался развитием малого и среднего бизнеса, в частности, регуляторной реформы, внешней и внутренней торговли и так далее, и так далее, и так далее. Я могу сказать, что есть три вещи, которыми я горжусь, до сих пор всегда буду гордиться. И одна из вещей касается, кстати, Сбербанка. Помните, был такой случай, я просто привожу вам, чтобы вы почувствовали разницу между тем, что было тогда, когда, допустим, я был в правительстве, и тем, что мы наблюдали до недавних пор и, в принципе, еще наблюдаем сейчас. Вот я помню очень хорошо 2009 год, это была весна. Инвестприватбанк, помните, был такой, да? Да. Был обанкрочен благодаря тому, что собственники, просто обокрали его, да, они украли что-то около 80 миллионов долларов. Я помню очень хорошо 1000 вкладчиков, которые вот-вот-вот-вот уже были готовы выйти на улицу. Вы знаете, как мы решили эту проблему? А мы ее решили. Внеся изменения в законодательство, располагая большинством в парламенте, это было как раз после 5 апреля, до выборов 29 июля. Мы внесли изменения в закон о финансовых учреждениях и в закон о Национальном банке, что позволило нам использовать в качестве рычага и инструмента решения проблемы Сбербанк, располагавший, государственный банк, 56% было у государства тогда, значит, Сбербанк располагал избыточными ресурсами. Избыточными, избыточными? Он был богат, этот государственный банк был богат. И этот инструмент позволил нам вернуть все деньги вкладчикам. Пример, вот вам, как решались вопросы. А между делом, я помню очень хорошо одного представителя оппозиции, который крайне безответственно в апреле, то есть уже в процессе решения этой проблемы, заявил о том, что курс молдавского лея обрушится. И вот тогда мы потратили 500 миллионов долларов мы потратили из резервов национальных, потому что они были, да? Потратили для того, чтобы поддержать этот курс. Вот так решались проблемы.